Традиция у выпускников радиоуниверситета собираться 7 мая в день радио возле стен своего вуза зародилась более полувека назад. Впервые это событие произошло в 1958 году, когда несколько десятков молодых инженеров пришли, чтобы отметить первый выпуск. С тех пор радиоинститут выпустил свыше 60 тысяч специалистов, и многие из них 7 мая встречают у сокурсников и вспоминают студенческую молодость. Встречаясь своими друзьями, я как бы возвращаюсь в свою молодость, в свою юность. И мне всегда при встрече со всеми здесь, потому что много знакомых и по работе, и по спорту встречаюсь, я всегда получаю заряд такой эмоций, которые ждут следующего года. Конечно, вспомнить студенческие годы, всех увидеть, со всеми пообщаться. Ну и вообще, чтобы не забывался радиоинститут. Прежде всего, встречи со своей молодостью. Ну и, конечно, встречи со старыми друзьями, которые, как мы надеемся, остаются молодыми. Ректор радиоуниверситета Виктор Гуров закончил факультет электроники в 1975 году. Он рассказывает, что выпускники вуза работают в различных отраслях промышленности и науки. Нет отрасли, прежде всего, вот, технической, военно-промышленной, где бы не работали наши выпускники. Когда я был просто выпускником и сотрудником вуза, я как-то об этом не задумывался. Но когда вот попал в ректорат и стал первым лицом, чрезвычайно приятно, когда приезжаешь в какой-нибудь министерство, ну, не министерство образования, да, а министерство, связанное с нашей промышленностью, узнают, что ты это самый ректор, приходят 3-4, там, 5 студентов, бывших наших выпускников, или дети наших выпускников, и благодарят, это ощущение, я вам скажу, очень, очень яркие. Празднование Дня радио началось с концерта у центрального входа и проведения торжественного ученого совета. После этого стартовала, так сказать, неформальная часть. Впрочем, стоит отметить, что празднование Дня радио выпускниками радиоуниверситета проходит более культурно, чем в минувшие годы. Возможно, что дружеская и теплая атмосфера среди выпускников не нуждается в подогреве горячительными напитками.